Итак, ребятки, позвонили, сказали, можно заезжать. Вот подъехали мы к весовой. Сейчас перед нами КамАЗик с семечкой заходит, вот, взвешивается. После него будем мы заходить. Поехали. Так, взвесились. 14880 вес у нас пустой. Пустые автомобили. Все, проходим на весы. Все по фэншую. Фудяка здесь. Сейчас машина вся будет грязная. Везде жижа. Грязь. Загрузка у нас сейчас будет, друзья, боковая. Грузится через бок. Ну ладно, ничего страшного, слушай, не поделать. Будем расчехляться. А вот стоят цистерны. Что-то заливает. Ну, масло заливает они. Да, вот они все жирные. Где-то сейчас будет поворачивать направо. Сейчас сначала налево, потом направо. Да, масло грузит в эти цистерны. Да, уворачиваем за дядькой. Большое предприятие это, я бы вам так скажу. Народу трудится много здесь, много элеваторов разных. Здесь семечку молят, чистят, обеззараживают. Так, ребята, все, приехали. А вот, кстати, КамАЗик загрузился семечкой. Заехал на весовую. Сейчас взвесится. И поедет дальше куда-то. Так, ну все, я пошел расчехляться. Подгрузка у меня боковая. Так что пошел работать. Так, ребятки, расчехлил быстренько все это дело. Буквально за 5 минут. Вот. С того ангара. Вот, возить и грузить. Смотрим. Я понял. В общем, вот такой мешочек. Сколько здесь вес? Тонна где-то, да? Разу. Есть маленький. В районе? Вот тут где-то тонна 200. Тонна 200 мешочек. Такой там высокий, выше меня ростом. По 2 метра высота. Тонна 200. Внутри там запечатано, все отлично. Таких 17 штук будет. Повозят. Так вот чудо техника грузим. Много здесь складов разных. Элеватор.
или мельница, не знаю, что это такое. Вот КамАЗик подъехал. А, это он выгружается, ничего себе. Ну, прикол-то, а. Вот это прикол. Это что, так на бок выгружаются они, да, машины? Площадка полностью прокидывается на бок. Прикол. Ладно, грузимся дальше. Мешков. Выгрузка будет тоже боковая, так понимаю. Давайте глянем, как выгружается. Интересно, там вручную что ли выкидывают? По всей видимости, сюда. Элеватор здесь. Все, пустой КамАЗик. Там вручную. Большая часть он сам высыпается, ну а потом лопатой подчищают. Прикольно, с одной стороны. Третий мешок готов. Отлично, все просто замечательно. Ну, мы идем собирать. Пойдем собирать. Thank you.
Один мешочек что-то как-то неровно стоит. Подтолкнуть поверх его. Ладно, сейчас посмотрим. Попросим, может, только кто-то приехал на 200-м крузаке с номером 008. И 5, 6, 7 мешков будет как установлено в данный момент. Заходит практически четко по высоте. Сапанул. Друзья, выгружать, наверное, будем. Выгружаться будем, наверное, разбирать с двух сторон автомобиль. Расчехлять. Четко, аккуратнее подъехал. Сейчас будет двигать. Женщина-вахтерша, контролер всего движения. Хорош! Все. Здесь все четко, аккуратно. Здесь, в принципе, тоже нормально. Ну что, пошел я собирать. Нет, еще рано собирать. Так, ребята, пошел во вторую секцию собирать. Thank you.
следующая партия. Подталкивает. Хорош! Так, все, стоит вровень там. Ну никуда, он не денется. Стойки будут стоять. Будет все хорошо. Сейчас загрузим, ребята, полезу вперед. Лазить через них, через верх. Надо стянуть там первые 4 мешка. В ряд стоят. Надо на пару ремней их стянуть. Так, ребятки, все загрузили, место сзади осталось. Сейчас я иду наперед, который у меня есть одиночные мешки. Их надо через один хотя бы увязать, чтобы они не улетели. Сейчас первый и третий увяжем, чтобы чтобы не завалились они, короче. Итак, ребяточки, на концовочку. Утянул я один мешок, средний не стал, и тянул еще один. Все, остальные у меня по два. Зачехляемся и выдвигаемся.